Увеличение молочного производства повлияло на инфляцию Верхневолжья. Это отмечают эксперты Тверского отделения Банка России, которые проанализировали данные Росстата. В январе в нашем регионе замедлился рост цен на некоторую молочную продукцию. Это в том числе повлияло на снижение показателя продуктовой инфляции до 10%. Как отмечают в ЦБ, животноводы региона продолжали наращивать производство сырого молока, увеличили его предложение на местном рынке. Снизились издержки производителей молочной продукции, и это способствовало замедлению роста цен, в том числе на сметану и творог. Дополнительное влияние на рост предложения продуктов животноводства оказали меры господдержки отрасли. Введение ограничений на экспорт основной кормовой составляющей, а также предоставление льготных кредитов. В целом, годовая инфляция в Тверской области в январе замедлилась до 11,7% после 12,4% в декабре. Это ниже, чем в Центральном федеральном округе и по России в целом.